Существует несколько видов пасхальных яиц. Крашенками называются яйца, окрашенные в один цвет при помощи натуральных красителей. Писанки – это расписанные традиционными узорами яйца. Крапанками же называются яйца с однородным фоном, на котором нанесены узоры в виде пятен и полос. Кроме того, существовал еще такой способ окрашивания яиц, когда на их скорлупе нацарапывали определенные узоры. Такие яйца назывались шкрябинками –